Обзор на ридер Sony PRS-T3. Таков ее общий внешний вид. Кнопки управления. Также она работает не только с помощью них, с помощью сенсорного управления. Например, меню закладок. Общий рабочий стол, вид текста, его редактирование, библиотека ваших книг, дополнительные возможности, рисунок, настройки, браузер и возможность скачивания книг непосредственно с помощью самой книги по беспроводной сети Wi-Fi. Словарь с возможностью перевода с английского на русский и с русского на английский язык. Кнопки «Домой», «Назад», «Меню» и для перелистывания страниц. Кнопка включения, подключения зарядного устройства стандартного и для мобильных телефонов. Также кнопка перезагрузки. Обложка идет в комплекте с книгой, также и провод для подключения к компьютеру. Естественно, ее обложку можно менять, и также имеется слот для карты памяти. Приступим к выбору книги.